Так, мы продолжаем с вами совет Матвури, когда он бенит Гранд Хушикшашт. Харибол. Читание Махапрабху, он дает наставление в своих 8 шлоках. Шикшаштака, она является очень важной для садхаки. Махапрабху, на самом деле, он не написал никаких грант. Он просто записал все самые главные наставления в своих 8 шлоках в Шикшаштаке. Он поместил весь океан в маленький кувшин. И он устанавливает это с помощью Мадхури и Эшвари. Он объясняет нам, как мы можем принять омовение в океане любви с помощью Шри Харинама Санкиртаны. И вчера мы уже слушали с вами эту харикатху. Мы обсуждали с вами Милан и Вирага, то есть это встреча и разлука. Это очень глубокая философия. И Шрила Бхактивинода Тхакура, он объясняет эти вещи в своей бхаши. तत्त्व सिद्धांत में
Но до тех пор, пока мы не войдем в Таттва Сиддханту, не начнем изучать ее, до тех пор океан премы будет недоступен для нас. Вы не сможете окунуться в океан любви. Поэтому необходимо изучать как Таттва Сиддханту, так и Раса Сиддханту. Это так же, как птица, она не может лететь с одним крылом. Если вы возьмете голубя и отрежете ему одно крыло, тогда эта птица, она не сможет летать. Это невозможно. Но если у птицы будет два крыла, тогда птица сможет лететь. Птицы летают в облаках с помощью двух крыльев, поэтому говорится, что мы должны изучать как Таттва Сиддханту, так и Раса Сиддханту. Если вы будете изучать только Таттва Сиддханту, тогда вы не сможете окунуться в океан расы и любви. Но если вы только будете изучать Раса Сиддханту, тогда вы также не сможете окунуться в океан любви, океан премы. Поэтому, как я уже говорил, необходимо изучать Раса Сиддханту и Таттва Сиддханту. И последняя стадия, которую вы достигнете, это будет стадия премы. То есть Таттва Сиддханта, она нужна для того, чтобы пробудить в нас чувство премы. Это как некий катализатор. Что такое Таттва Сиддханта? Есть глубокие мысли в Таттва Сиддханте, глубокие вещи. Он Бхагаван, и это Айшварья Будхи. Айшварья Бхава. И до тех пор, пока у вас есть Айшварья Бхава, Айшварья Будхи, по отношению к Шри Кришне, что он является Бхагаваном, до тех пор вы не сможете войти в океан любви, вечной расы и премы. Бхагават Будхи, значит, что вы думаете, что он Бхагаван? И это Айшварья. Да что такое? Когда вы входите в Мадхурья Бхаву, когда что происходит? Мадхурья Бхава, она перекрывает Айшварья Бхаву.
Да так же, как если вы возьмете сахарный сироп и поместите туда несколько листиков нима. Эти листики, они полностью перекроются этой расой. Несмотря на то, что листья нима, они горькие, все равно сахарный сироп, он перекроет всю эту горечь. Ним очень горький по своей природе, но когда вы окунаете эти нимовые листья в сахарный сироп, тогда он также станет сладким. И все горькие качества нима, они будут уничтожены и перекроются сладостью. Таким же образом, если мы сравним Айшварию, настроение Айшварии с листьями нима и Мадхурию с сахарным сиропом, так же самое, когда кто-то входит на стадию Мадхурья Бхавы, тогда вся Айшварья Бхава, она просто растворяется, она перекрывается Мадхурья Бхавой. И даже если какая-то айшварья будет проявляться, мы не будем воспринимать ее как айшварью, потому что мы уже будем полностью погружены в Мадхурья Бхаву. И это показывает Браджа Прему. Что значит айшварья? Когда вы воспринимаете Кришну своим Бхагаваном, но если вы возьмете Враджаваси, то Враджаваси они никогда не воспринимают Кришну как Господа. Потому что у них есть глубокая привязанность к Шри Кришне. И они просто не могут думать, что Кришна — это Бхагаван. Чтобы они не видели, что он совершает так много различных действий. Даже когда Враджаваси видит его невероятное величие, все равно они не способны подумать, что Кришна является самим Бхагаваном. Это невозможно для них из-за их невероятной возвышенной любви. Но даже если вы возьмете всю Айшварию с Вайкунтхи и сравните ее с Айшварией во Врадже, с маленькой капелькой Айшвари, то Айшвария во Врадже, она будет преобладать. Локих Садбандуват Прити. Они обладают этим чувством по отношению к Кришне. Что это Локи? Что это за чувство? Кришна, он наш сын. Неважно кто он, Бхагаван или не Бхагаван, мы не думаем об этом, потому что он наш сын, и это самое главное. Они никогда не думают о том, что Кришна является верховной личностью Бога. Они воспринимают его как своего друга, члена семьи, сына и так далее. Также в этом материальном мире мы видим, как многие, у многих есть дочери, сыновья, отцы. Все они живут вместе и обладают особым настроением по отношению друг к другу. Кришна, он мой сын, думают они во Врадже. У них им есть именно такие чувства. Эти чувства, они проявляются в сердцах Враджаваси.
Кришна, он мой сын. Никто не хочет верить в то, что он является Нараяной. Нанда и Ишода никогда не думают, что Кришна — он Бхагаван. Для них есть только один Бхагаван — это Чатурбхуж Нараяна. То есть Нараяна в четырехрукой форме. И они устанавливают Нараяну в форме шилограммы в своих домах и поклоняются ему. И они никогда не поверят в то, что это шилограмма Нараяна и сам Шри Кришна не отличны друг от друга. Как мой сын Кришна может быть Нараяном? Как это возможно? Они никогда не поверят в это. У них есть очень сильные впечатления в их сердце. Кришна говорит, моя мама Ишода она заботится обо мне как о собственном сыне. И у нее есть в сердце эти впечатления о том, что он является моим сыном. Глубокие впечатления. Даже если тысячу раз вы скажете ей, что Кришна является Бхагаваном, она никогда не послушает вас. Даже если я тысячу раз скажу вашим родителям, что вы являетесь Бхагаваном, ваши родители никогда не поверят в это. Даже если кто-то тысячу раз им скажет, они никогда не послушают. Они просто будут смеяться. Ари, я знаю, как это было. Я дала рождение этому ребенку, носила его в своем лоне. И с самого детства я забочусь о нем, кормлю грудным молоком. Как возможно, чтобы эта личность была Бхагаваном? Поэтому у них есть такие сильные врожденные впечатления в сердце. Когда Удава он приходит во Вриндаван, он говорит о Кришне. И изначально, даже когда он пришел, он выглядел как Кришна. Пурана, Упанишада приводится так много различных доказаний о том, что Кришна является Бхагаваном. Но Нанда Махарадж, как он реагирует на это? Он никогда не сможет поверить в это. Я не могу увидеть даже одного симптома в моем сыне, что он может быть Бхагаваном. Если бы я увидел хотя бы один симптом, говорящий мне о том, что он является Бхагаваном, тогда, возможно, я бы подумал о том, является ли он им или нет. Но сейчас нету даже повода думать таким образом. Это
Но я не способен увидеть ни одного симптома в моем Кришне. Бхагаван разве плачет когда-нибудь? Бхагаван никогда не плачет, но мой сынок, он всегда плачет. Поэтому он точно не может быть Господом. Благодаря имя Бхагавана все неблагоприятное уходит. Все нечисти, привидения, они расходятся. Но когда мой сынок слышит только лишь имя привидения, он тут же пугается. Знаете эту историю? Когда однажды мама Ишуда отправилась принять омовение, и Бхагавана был еще очень маленьким. И было, и там было одно растение, и внутри был маленький плод. Маленький такой красный фруктик. Может быть, ягодка, я не знаю. И он катился по земле. И что случилось? Это растение, оно... О, это такое растение, которое может закрыться, как бы внутри там маленький плод, а снаружи много колючек. И Кришна, когда он потянулся вовнутрь этого растения для того, чтобы схватить плод, это растение, оно закрылось и захватило его руку. А рука Гопала, она очень мягкая, и он был не способен вытащить свою руку из этого растения. Когда Гопал начал плакать. О, Майя, Майя, о, мама. А мама Ишода принимала омовение неподалеку. Вам надо хотя бы 7 раз окунуться в воде. И она услышала, что Гопалджи плачет. Мама Ишоды была только лишь маленькая ткань. И она побежала к Кришне прямо в этой небольшой ткани. Она прибежала к Кришне. И она вытащила ручку Гопала из этого колючего растения. И она вытащила маленькие колючечки из его руки. И он же выглядел как обычный мальчик. Все детишки, они очень пугливые. И Кришна был таким же, как будто бы просто обычным ребенком. И мама Ишода, она очень-очень медленно вытаскивала колючки из руки Кришны, чтобы не сделать ему больно. Мама Ишода сказала Гопалу: «Гопал, ну почему ты бегаешь здесь и там? Почему ты не сидишь на одном месте?» И он плакал, и на своем детском языке он говорил ему. Плача.
Я прихожу, каже, Буханка. Ну, каже, попади ко мені. Я. Я бы сказал, хаббалай. Что это такое хаббалай? Он начал объяснять, что там было привидение с большими глазами. С длинными прямыми волосами. Он был очень маленьким ребенком, и он говорил так. А эта мама Яшода, она наоборот, она пугала Кришну, она сказала, что есть вот такое привидение, и оно схватит тебя, если ты не будешь слушаться меня. Кришна, он напугался, и он тут же замолчал. Тогда мама Яшоды, она снова пошла менять одежду, закончить свое омовение. И затем она пришла к Гопалу, забрала его и отправилась домой. Итак, ведь когда мы повторяем святое имя Господа, все нечисти, все привидения, Будды, пешачи, все они уходят. И как возможно, что тот, кто обладает этим именем, сам Бхагаван, если бы он был Шри Кришна, как возможно, чтобы он напугался привидения? И также в Рамаяне говорится о том, что если вы будете повторять имя Хануман, то привидения никогда не придут. А что, если вы повторяете имя Хануман, слуги Господа, привидение не придет? А если вы будете повторять имя Рамы и Кришны, привидение придет? Нет, это невозможно. Конечно, оно не сможет прийти. И Нанда Махарадж говорит Удаве: Удава, если ты говоришь, что мой сын Бхагаван, ну как ты объяснишь мне то, что мой сын, он боится привидений, ведь если только мы повторим святое имя, все привидения тут же разбегаются. Ну как возможно тогда, если мой сын сам Бхагаван? Почему же тогда он боится этих привидений? Гопал, на самом деле, он испытывал чувство страха. У Нанды и Яшоды есть очень глубокие впечатления в их сердце о том, что Кришна является их сыном, и для них невозможно поверить в то, что он может быть Бхагаваном. Потому что они думают, о, он же мой сынок, мы вырастили его, вскормили с самого детства. Поэтому они никак не могут поверить в то, что Кришна может быть Бхагаваном. Когда Кришна был маленьким ребенком, шестидневным ребенком, что он сделал? Он схватил грудь Путаны и высосал весь жизненный воздух из нее. Бриджаваси, они все это видели собственными глазами. Когда Кришна, он пришел во врач, что случилось? И та Путана приняла прекрасную форму и хотела покормить Кришну. Но прежде чем прийти к нему, она наполнила свою грудь ядом. А что сделал Кришна? Кришна
Вместе с этим ядом Кришна, он выпил весь жизненный воздух Путаны. Пранавайю это называется на санскрите. Это то, что произошло Путана. Несмотря на то, что она была настолько могущественной, она обладала могуществом 10 000 слонов. И она своими мощными руками пыталась оторвать Кришну от своей груди, но это было невозможно. Представьте себе, 6-дневный ребенок, и она была не способна оторвать его от своей груди. Она просто мучилась, не способная спастись. И тогда, когда Путана была не способна оторвать Кришну, она подумала: «О, я отправлюсь в Матхуру, и там мне мои друзья-демоны, они помогут оторвать его от своей груди». Все это описано в Бхагаватам. Раджаваси, они смотрели в небо и наблюдали всю эту картину, как Путана взмыла в небо. Мама Ишода, она увидела, что Гопала нет рядом, и она просто упала в обморок. А остальные в Раджаваси, они просто смотрели в небо. Тогда они увидели, что Кришна, он висит, он повис на груди Путаны. И Путана, она была не способна спастись от Кришны. И тогда что произошло? Она рухнула на землю. Там был большой-большой сад Камсы. И она упала именно там, разрушив все в этом саду. Здесь у нас Кешуджи Гудяматхи. Когда вы обходите алтарь, там есть такая фреска с этой картиной. И все в Раджаваси, они наблюдали это собственными глазами. Путаны очень большое тело. И она сначала взмыла в небо, затем всей своей мощью она рухнула в саду Камсы. А Гопал, как будто бы ни в чем не бывало, он бесстрашно держался за грудь Путаны. Тогда в Раджаваси тут же доложили Ешоде, что с Кришной все в порядке, чтобы она немножко пришла в себя. От тела Путаны исходил ужасный зловонный запах. Путана, она убивала маленьких детей и пила их кровь маленьких детей. И поэтому от нее исходил ужасный запах. И когда Путана оставила тело, тогда в Раджаваси они разрубили ее тело на множество кусочков. И что они сделали? Затем они поджигали эти кусочки. И когда куски ее тела загорались, тогда от них уже исходил прекрасный запах. Да?
До этого от ее тела исходил ужасный запах. Но теперь, когда Враджаваси разрубили ее на маленькие кусочки и подожгли, во всем Вриндаване стоял прекрасный аромат. Почему так произошло? Потому что Говинда сам своими устами коснулся ее тела. Когда Говинда касается чего-нибудь, все обретает прекрасный аромат. Путана Мокшават Лила это называется. И несмотря на то, что Враджаваси, они наблюдали всю эту картину, до сих пор они не способны поверить в то, что Кришна может быть самим Бхагаваном. Иногда Враджаваси, они думают, что Нараяна, он действует через Кришну или входит в него. И они думают, что это Нараяна убил Путану. А это на самом деле правда, что Кришна, он никогда никого не убивает. И лилы убийства демонов проводит именно Нараяна. Бхаджандананда Шьяма Сундара, он никого никогда не убивает. Если увидишь, что где-то кого-то Господь бьет, наказывает, это все Нараяна. Кришна, он не занимается такими делами. Ведь все инкарнации Господа находятся в нем. Поэтому эти инкарнации также могут действовать через него. Итак, у Враджаваси есть глубокий санскар о том, что Кришна не является Бхагаваном. Кришна, он наш сын. Такие бхавы находятся в сердце. Кришна, он наш друг. Саки, они думают так. Субал и Шридам никогда не думают, что Кришна Бхагаван. Они залазят на спину Кришны и катаются на нем. Они шутят и смеются вместе с ним. Порой они даже обзывают друг друга. Арисари, да на хинди такое обзывательство, они так они называют друг друга и смеются. То есть, как мы знаем, что Кришна, он обладает огромным могуществом и может убить на самом деле абсолютно кого угодно, потому что это сам Бхагаван Шри Кришна. Но с другой стороны, мы можем видеть, что во Врадже он смеется и шутит со своими сакхами, со своими друзьями. И на самом деле, когда его друзья, они обзывают его, это выглядит так сладостно. И у друзей Шри Кришны есть также глубокие впечатления в сердце о том, что Кришна является их другом. Кришна наш друг, он не Бхагаван. Они не могут поверить в то, что Кришна может быть Бхагаваном. Так много различных лил совершает Господь. Допустим, Калия Даман Лила. Так много различных лил.
Это все показывает то, что Кришна является Бхагаваном, но на самом деле это не является таковым. Это только внешнее. Также размышляют Раджа-гопи. Также в лиле, когда Кришна, он держит на левой руке, левой рукой мизинцем, мизинцем левой руки Кришна держит Говардан. Тогда саки, они пытались помогать Шри Кришне с помощью бамбуковых палок, подпирая этот Говардан, думая, что это они его держат. И когда Кришна увидел это, он сказал: «О, вы помогаете мне? Хорошо». Тогда он решил поменять руки. И все гопы, они подпирали палками Говардан, будто помогая Шри Кришне. И тогда Шри Кришна немножко приопустил свою руку. Гирирадж, он просто огромный. Вы не можете себе представить, каким он был в то время. А Кришна, он маленький мальчик. И тогда он начал понемножку опускать Говардан, и он начал шататься весь. И все палки гопов, они полопались, под, все поломались. И тогда все враждебно закричали: «О, Канхея, помоги нам, Канхея, Канхея!» И тогда Кришна, он снова поднимает свою руку и держит Гирирадж Говардан. До этого Вриджаваси, они думали, что они помогают Кришне держать Говардан. Но после этого они осознали, что это Кришна, он держит Говардан. И когда Кришна пропустил руку, то они кричали: «О, Кришна, помоги, помоги нам!» И когда Кришна, он решил поменять руки, немножечко приопустив Говардан, все палки гопов, они полопались, и те в страхе закричали: «О, Кришна, помоги нам!» Дирга-Вишну. Кришна также показывает свою Дирга-Вишну форму. У нас возле Дигейта здесь есть храм. Храм Дирга-Вишну. Когда он приходит в Матхуру. Когда Кришна идет в Матхуру, все Вриджаваси и друзья Кришны, они идут с ним. И все говорили: «Ну как же ты сможешь убить Камсу?» А Кришна говорил: «Что? Я смогу спокойно убить Камсу?» Они говорили: «Ну, у Камсы такое большое тело, как мышка может бороться со львом. Лев может бороться со львом, слон со слоном, но мышка не может бороться со львом. Она очень маленькая. И то же самое здесь. Камса обладал огромным телом. А ты, Кришна, такой малыш. Как же ты сможешь сразиться с таким огромным демоном?» И он сказал: «Вы что, совсем ничего не знаете? Я смогу превратить свое тело в огромное, мощное тело». И тогда он принял огромное-огромное тело. И саки, они смотрели и думали: «А че? Какое у него большое тело? Как он это сделал?» «О, наверное, Кришна обладает какой-то черной магией». И до сих пор, даже увидев это, они не верили в то, что Кришна может быть Верховным Господом. Своим Богом. Они думали, что это какой-то вид магии. Можете себе представить, увидев такую картину, до сих пор они не думали о том, что Кришна может быть Бхагаваном. Or fair mother just
Это шлока говорит о Мадхури расе Гопи. Кришна, он сам говорит, мои возлюбленные Гопи, когда они впадают в ман и обзывают меня варишкой и другими ругательными словами. Это больше всего радует меня. Никакие стути не смогут заменить вот эти обзывания Гопи. Просто в Раджавасе у них есть глубокие впечатления в их сердце о том, что Кришна является их сыном, их другом или их возлюбленным. Это называется Лаукик Сабандубат. Прийти. В Раджавасе нет этой Айшвари, поэтому они никогда не верят в то, что, что бы ни делал Шри Кришна, что он может быть Бхагаваном. Они никогда не поверят в это. Итак, что я говорил в самом начале о том, что мы должны изучать как татва сиддханту, так и раса сиддханту. Так же, как по две стороны реки есть два берега. И один берег — это татва сиддханта, а другой — это раса сиддханта. И мы должны одновременно принимать обе вещи. Когда вы достигаете наивысшего уровня бхавы, уровня любви, тогда все эти... Тогда очевидно становится незначительным для вас. Так же, как я уже объяснил, что листья нима, если их опустить в сахарный сироп, тогда что произойдет? Вся горечь, она уйдет из нима. И так же самое. Да, Кришна, он своим Бхагаван. Но что думают в Раджавасе, в Раджагопи? Они думают о том, что Кришна является их сыном, или другом, или возлюбленным. И в Раджавасе у них очень глубокие впечатления о том, что Кришна является их очень близким родственником. До тех пор садхана рупина сидха рупина. То есть пока садхака он находится в своей форме, в человеческой форме жизни, он не будет полностью способным погрузиться в океан премы. Первое — это садхака рупина, потом сидха рупина. В форме садхаки преданный совершает нама санкиртану. Мы следуем всем правилам предписаний, поэтому для нас совершение баджана является возможным. Дан, нати, кисас, кати, мане, кисас, кати, мане, кисас, кати, мане, кисас, кати, мане.
साधन भक्ति के अंग आदि पालन. Итак, мы следуем всем лимбам бхакти. Это садхана рупена. А сидха рупена? Это что? Когда мы получаем нашу трансцендентную форму. Ятхавастхита деха. То есть это ваша изначальная форма атмадеха. Тело вашей души. И в этой форме всегда памятуете Шри Кришну. Вы всегда погружены в его лилы. Поэтому необходимо как садхака рупена, так и сиддха рупена. Когда вы оставляете тело садхаки и входите в нити Голок Вриндавана Дхамы, тогда вы начнете служить Раде Кришне в ситха дехе, в своем трансцендентном теле. И в соответствии со своей расой вы будете служить своему Иштадеву. Когда джива проявляется, определенный бхава уже есть в ее сердце. И таким образом, впоследствии садханы, эти бхавы, они проявятся. И именно в этих бхавах вы будете служить Шри Кришне. Но это будет возможно только лишь в вашем трансцендентном теле. Сакья, дасья, ватсалья. Тот, кто находится под руководством Ешоды, только он сможет обрести тело во Врадже и служить Божественной Чите. То есть, смотря в то, в какой вы находитесь бхаве, если вы находитесь в мадхурья бхаве, то вы обязательно обретете женскую форму тела. Если вы находитесь в сакья бхаве, возможно, вы обретете мужскую форму тела. Ведь никто не может массажировать стопы Шримати Радхики, находясь в мужском теле. Поэтому йога майя, она организует все наилучшим образом и организует для вас женскую форму тела. Это самое возвышенное. Поэтому также здесь объясняется, как мы можем медитировать на свою собственную сиддхадеху. В Санаксангите объясняется это. Гопи обладает прекрасной формой, трансцендентной формы. Ведь без формы женщин невозможно служить Шримати Радхике. Те, кто обретет служение Шримати Радхике в вечном Бриндаване, они обязательно обретут женскую форму тела, потому что иначе служение Радхике невозможно. Сакья и дасья, все, у всех мужские тела, но в мадхурья расе у всех женские тела. Исследуя наставлениям гуру, то есть каждое придет служение соответствует своей сварупе. Гопи анивартта вина сева.
कोप्या अनुगत लीला गोपीर अनुगत बिना В Никунджа никто не может служить Господу в мужской форме тела. Только в женской форме тела вы можете служить Шримати Радике. Садхака, он молится Шримати Радике, пожалуйста, займи меня в преданном служении своим лотосным стопам. Рагунатха Госвами в этой шлоке говорит: Когда Шримати Радика была удовлетворена Рагунатха Госвами, она сказала: «О, Рагунатха Госвами, ты обладаешь однонаправленно нистхой к моим лотосным стопам, поэтому попроси меня любого благословения». И Рагунатха Госвами он сказал: «Я Шримати Радике, я просто хочу обрести прибежище твоих лотосных стоп. Если ты довольна мной, пожалуйста, дай мне одно благословение». Чтобы я была твоей кинкари, я была служанка твоей слуги и служила там тебе. Я бы хотела занять положение Лолиты и Вишаки. Рагунатха Госвами. Он не хочет получить позицию, положение Лолиты и Вишаки. Он хочет получить положение Кинкари, Манджари, Шримати Радики. И Самбандатмика, и Каматмика. Я говорил уже вам ранее. Надо еще да. Они также служат Шри Кришне. И это называется самбанда, взаимоотношения. Но когда гопи служат, они служат другим путем в каматмике. То есть, когда они думают, что Кришна он мой сын, то есть его родители, тогда это самбанда. Каматмика. Что думают гопи? Гопи думают, что Кришна ему возлюбленный. Служение — это самое главное, а взаимоотношения — это уже второстепенное. Говинда является нашим супругом. Иногда Кингамая, она организовывает так, что гопи, они думают, что у них будто бы есть мужья для того, чтобы проявить паракия бхаву.
Чанди Дас, он объясняет также это красиво. Радха и другие гопи говорят, не трогай нас, ведь мы жены других мужчин. Это очень красивый киртан. Иногда мы поем его. Очень красивый киртан. Мы не можем даже дотрагиваться до тени других мужчин, говорят гопи. Если мы дотронемся до нее, то мы тут же должны принять омовение в Ганге. И Лалита, она говорила, о, Кришна, стой подальше от нас. Лалита, она очень умная. Она всегда следует прекрасно всем правилам. И она дает также уроки для Шримати Радхики. Это не просто что-то обычное. Под руководством Лариты Саки. Не так просто служить. И все это описано в Джавадхарме. Если вы хотите узнать подробнее, вы можете прочитать Джавадхарму. Допустим, как в армии есть много различных секций, и также во Вриндаване, в Раджагопе, а также они делятся на разные секции. То есть у каждого свои обязанности, и существуют различные положения гопи. Кто же является самой наивысшей саки? Это Лалитаджа. Под руководством Лалиты служить это не так просто. Она может победить Кришну. Она говорит, так, Кришна, сделай дистанцию между нами хотя бы в 2 шага. Лалита Джана говорит. Есть 2 вида камасмики также. Самбхогатмика и таттадбхава ичха майи. Самбхога ичха майи и таттадбхава ичха майи. В самбхадатмике служат Лалита и Вишака, то есть те, кто могут встретиться со Шри Кришной независимо. Это самбхадатмика. Так же, как мы отправляемся с вами на Лалита Кунду, Вишака Кунду. И Лалита, она сидела со Шри Кришной. Радхи Кришна, Аджи Лалита Кришна,
О, Нарада. И Нарада, он шел там и повторял Ларита Кришна, Ларита Кришна. И он увидел все это и пришел к Шримати Радике. Он сказал: «О, Радика, Кришна, он обманывает тебя и сидит сейчас с Лолитой». И тогда Шримати Радика, она впадает в ману, трансцендентный гнев. Это называется самбад адмика. То есть это те гопи, которые встречаются с Шри Кришной. А также есть Атадбхава и Чамай. И это Манджари. Они даже во сне они могут подумать о том, что они могут встретиться с Кришной наедине. У них даже нет такого желания встретиться с Ним. Иногда брахмачари саумед думают о каких-то плохих вещах. Да, знаете, брахмачари слышат какие-то плохие действия в своем уме во сне. Иногда они думают во сне, в своих мыслях о красивых девушках, Настик Брамачари. Но Манджари, они даже во сне не могут подумать о том, что они могут встретиться со Шри Кришной. Все гопи, они пытаются встретиться с Шри Кришной, но Кришна, он думает, почему Манджари не хотят встретиться со мной? Однажды Кришна встречался с Шримати Радикой, и тогда он, когда шел ей навстречу, то одна гопи, Чандрамали, она переградила ему путь и сказала: «О, Говинда, наша Сакхи, Чандрамали, она хочет встретиться с тобой, она ждет тебя». Приходи в течение 2 минут. Она очень ждет тебя. Поэтому все эти гопи, они думают о том, что встретиться наедине с Шри Кришной, но Манджари, они никогда об этом не думают. Есть 5 видов сакхи. Нити сакхи, Рама сакхи, Према сакхи, Нити сакхи, Прана сакхи. Прана-сакхи, Прешта-сакхи и Прана-прешта-сакхи. Манджари, они всегда служат только лишь Шримати Радхарани. Манджари, они знают все о Кришне. Они знают, что он, у него очень беспокойный ум, и, может быть, он постарается атаковать нас, и поэтому мы должны быть очень осторожными. И иногда Шримати Радика, она организовывает так, что манджари могут встретиться со Шри Кришной наедине, но они никогда не делают этого, потому что у них даже в уме нет такого желания. И она даже Радика говорит: «Ой, иди, Кришна, иди в тот сад, там прекрасные цветы в саду». И она говорит то же самое манджари: «Так, пойдите и сорвите для меня цветов». И Кришна, он идет туда, и манджари, они также находятся там.
Но когда Манджари даже встречаются там со Шри Кришна, они никогда не разговаривают с ним. Вам сложно это понять. Но если вы будете совершать баджану садну хотя бы 30-40 лет, тогда вы что-то сможете понять. Иногда Кришна, он хватает за руки Манджари, и тогда Манджари, они кричат: «О, Радика, спаси нас, он обманщик, он хватает нас за руки». И тогда Шримати Радика, она смеется над этим, потому что она сама организовала все это. И тогда Радика, она говорит Говинде: «О, Говинда, пожалуйста, не поступай так, не делай этого». Когда Кришна, он хватает за руки Манджари, Манджари начинает кричать: «О, Радика, спаси нас! Он разбойник и негодяй, хватает нас за руки!» И тогда Рададжи, довольная их поведением, она говорит Кришне: «О, Кришна, пожалуйста, оставь это, оставь их и не хватай их за руки. Не веди себя таким образом». Потому что Манджари, как я уже говорил, они даже во сне не могут подумать о том, чтобы встретиться со Шри Кришной. Поэтому то, что происходит между Шримати Радика и Кришной, те чувства, которые испытывает Шримати Радика, они автоматически отражаются в сердцах Манджари. То есть спонтанно, естественным образом все эти чувства проявляются в сердцах Манджари. Ранее я уже немножко задевал эту тему. Что происходит на уровне Бхавы, Таттадбхава и Чатмика. Вилапа Кусуманджари в первой шлоке объясняется. Такие красивые чувства описываются там. Это называется парихас, шутки. Хас, парихас. Любовные шутки. Рати Манджари, она шутит с Рупа Манджари. То есть это очень глубокие, близкие взаимоотношения. У них очень глубокие отношения друг с другом. Поэтому Рати Манджари, она говорит Рупа Манджари. Хей, Рупа Манджари. Ты сатинари во врадже. Я знаю, что ты не можешь воспринимать других мужчин, кроме своего супруга. Твоя слава проявлена повсюду. И они шутят таким образом. Я тебе говорю,
Я слышала, что муж ушел из твоего дома, и ты сейчас одна. Окей, скажи мне, что твоего мужа нет дома, да? А кто-то откусил твою губу. Откуда взялся этот след на твоих губах? Скажи мне, а? Откуда он взялся? Ведь твоего мужа нет дома. Кто он откусил твою губу? Скажи мне. И они шутят так друг с другом. Они шутят друг с другом, но на самом деле она говорит. Просто какой-то попугайчик. Он подумал, что твои красивые губы — это просто прекрасный плод, и поэтому он подлетел к тебе и надкусил твою губу. Шукапакши подумал, что это бинду, плоды бинду, и он подлетел и надкусил твою губу. А Шукапакши это кто? Это Кришна. Какого значения? Манджари, они никогда не встречаются с Кришной, с Кришной. Ведь даже во сне они не могут встретиться с Шри Кришной. Манджари даже во сне не могут подумать о том, чтобы встретиться наедине со Шри Кришной. Кто-то сказал мне вчера, что во время мантр, внутри мантр, мы памятуем о Гурудеве. Это называется Гурудьян. Когда вы повторяете гуру мантру, вы должны медитировать на Гуруда. А какой-то брамчарь сказал, я медитирую там на какую-то девушку. И занимаюсь какими-то нехорошими вещами с этой девушкой. Что это такое? Женщины никогда не должны давать посвящение в мантру брамачари, иначе они потеряют свою брамачари. Это правда? Ведь это всего лишь бададживы, они очень слабые. Если вы примете инициацию от какой-нибудь молодой девушки, ведь вам необходимо медитировать на нее, и вам нужно вставить фотографию Гурудева перед вами.
И прекрасная гуру, девушка, молодая, красивая. Если вы поставите, будете медитировать на нее, о чем вы будете там медитировать? Это правда или нет? Невозможно, чтобы вы медитировали спокойно на девушку, если она будет, допустим, вашим гуру. Я так вчера смеялся, когда мне сказали об этом. А здесь так красиво описано в священных писаниях трансцендентная дивья. А манджари, они не могут даже в уме подумать о том, чтобы встретиться с Говиндой. Когда Радхарани встречается с Кришной, те чувства, наслаждения, которые она ощущает в встрече с ним, они все отражаются в сердце манджари. На Таттадбава и Чатники стадии есть такая особенность, что они просто получают отражение все эти чувства, которые ощущает Шримати Радика. Вы должны совершать баджаны садхану хотя бы 20-30 лет, 40, тогда вы что-то осознаете об этих вещах. Повторяйте святое имя Лак Харинама каждый день. Читайте один лак. Что делать я буду? Когда вы будете повторять один лак Харинама каждый день, тогда вы почувствуете блаженство в вашем сердце. Я вам даю 100% гарантию, что вы почувствуете счастье, наслаждение и сладость в вашем сердце, если вы будете повторять лак Харинама. Я даю вам 100% гарантию. До тех пор, пока вы не будете повторять лак Харинама, будет приходить так много викара в ваше сердце. 16, будьте кругов повторять, 32, с телефончиком в руках. Ну и что это такое? Я вижу, как второе вы повторяете святое имя, а в другой руке у вас телефон. Поэтому вы должны повторять внимательно. Если вы хотите понять эти вещи, ощутить их, тогда вы просто совершаете садхану. Если вы повторяете 16 хотя бы кругов, так иначе хотя бы что-то вы совершаете. Все равно вы пытаетесь что-то делать, и так все равно это уже хорошо. Баджан, который вы совершаете, это необычные вещи. Если вы будете думать, что вы Кришна Даси, если у вас есть эта жажда в вашем сердце, тогда это необычные вещи. У каждого ли есть такие чувства в сердце? Нет. Вы должны помнить, что в этой жизни вы должны совершать баджаны садхана. Эти чувства, что я Кришна Дас, слуга Кришны.
Тот, кто не удачлив, он не совершает баджаны садхана Шри Кришны. Кто-то идет по пути гьяна-марги, карма-марги, и они не достигают наивысшей цели, но те, кто пришли в Гаудия Сампрадаю, они очень-очень удачливы. Вы должны читать Бхаджана Рахасия, Мадхурья Кадамбини. Если вы будете повторять баджан, если вы будете совершать баджан-садхану в течение хотя бы 40 лет, тогда, возможно, в вашем сердце проявятся эти чувства, если вы будете повторять ежедневно один лакха-харинама. А иначе ваша жизнь просто проходит. Так или иначе, все равно неплохо, что хотя бы вы делаете что-то, это уже хорошо. Я вам даю высшие стандарты, а вы уже смотрите, насколько это возможно для вас. Я никого не критикую. Если повторяете два круга святых имен, тоже хорошо. Идите, Прамахапрасад, очень здорово, это также хорошо. Много людей, которые находятся на улице, кто не приходит в храм, они едят разную ерунду, но вы кушаете Махапрасад, это же такая удача. Сейчас в течение 2 минут я закончу свою катку. Скажите мне, что говорила Роти Манджари? Где ты взяла этот укус на своих губах? Она говорит, я не могу видеть свои губы и не могу видеть свой нос, поэтому ты мне скажи. И она не может видеть, что ее губы надкусаны. Это правда или нет? Да. Таттат Бхави Чатмика, когда Кришна встречается с Радхой, те наслаждения, которые они ощущают между собой, то, что чувствует Шримати Радхика, это отражается на Манджаре. Ведь она не встречалась с Шри Кришной. Это было отражение чувств Шримати Радхики, которые отразились на ней. Бхактистан Сарасвати Прабхупада. Он говорил, что там у одного человека были очень близкие взаимоотношения с одним судьей. Когда он уезжал, тогда бенгальский судья, он сказал, то есть человек, который приехал из Лондона, вот этому судье, он сказал ему, судье, дай, пожалуйста, мне самый прекрасный плод, фрукт, который есть у вас в стране.
Такой прекрасный аромат исходил от него. Судья, не знаю, в общем-то, судья, не поняла, короче, кому-то дали вот этот фрукт. Судье. Кто дал, я не знаю. У него были длинные волосы, длинная борода. Я думал, как мне есть его? Я так иначе я приму его. И что я сделал? Да, открыл джекфрут и начал есть. Когда он съел 2-3 штучки, там в джекфруте есть как такое клейкое вещество. И вся его борода, она стала такой твердой. Когда он мыл свою бороду, он намыливал ее. И его борода стала еще более твердой. И он думал, как же мне убрать этот клей с бороды? И Бенгали говорили, тебе так не едят джекфрут. Нужно сначала побрить бородку, а потом кушать джекфрут. Тебе надо побрить бородку, волос, все сбрить и кушать его. И по желанию Господа, что произошло? И когда он увидел какой-то человек, он побрился, потому что его отец умер. Когда отец умер, они бреются. И тогда он сказал, а, ты тоже ел джекфрут и сбрился. Джейго. Какая бенгальская история напоследочек. А теперь у нас будет Туласи Пуджа, Риву. हिंदी है सब जगह है।